Разумеется, мы не собираемся ничего сжигать. Скажите честно, вы подумали, что мы на такое способны? Если ответ положительный, это печально. В нашем обществе принято демонизировать феминисток. Потоки негатива заставляют думать, что мы никогда не будем хороши в глазах большинства. Некоторые люди готовы поверить в любые, даже самые абсурдные стереотипы о феминистках. Возможно, многие не представляют, кто такие феминистки и чего они на самом деле хотят. Давайте разбираться вместе. Конечно, мы не можем всегда быть добрыми и пушистыми, когда речь идет о насилии в отношении женщин. Но если вы тоже против этого, то мы найдем общий язык. Феминизм для всех!